картинной галерее имени Горшина подвели итоги детского конкурса рисунков и плакатов «Я выбираю жизнь». В состав жюри вошли работники культуры, средств массовой информации, представители силовых структур. На его суд были представлены более 50 работ, в которых юные художники выразили свое отношение к наркотикам. Из них были выбраны 20 самых сильных с творческой точки зрения изобразительных предостережений наркозависимости. Я надеюсь, что на этой тематике мы не будем останавливаться, потому что она, в общем-то, с одной стороны, она не совсем позитивна, а в то же время, почему бы нет, мы должны рассказывать свои мысли о той проблематике, которая сейчас очень распространена в нашем обществе. В числе лучших жюри отметило плакат Анны Иголкиной, где изображен человек с неестественно выгнутой конечностью. Мрачные холодные тона создают атмосферу, в которую не хочется погружаться. Я назвала плакат «Не ломай себя», так как думаю, что «Приходить черту» — это дело лично каждого человека, и каждый должен задуматься над своим будущим. За третье место школьники получили флешки, за второе — билеты в кино, а за первое — селфи-палки.